Оренбургское книжное издательство во Франкфурте. В выходные закончила свою работу крупнейшая книжная ярмарка. Третий год подряд в работе российского национального стенда участвовало издательство имени Геннадия Донковцева и благотворительный фонд Евразии. Среди представленных на выставке 20 новинок – «Невьянский сундучок» Павла Северного, «Избранная» Беллы Дежур, переводы произведений Кеселя, Гейма, Лэнса. На стендах, как обычно, была представлена и краеведческая литература, юбилейное издание альбома «Оренбург», «Оренбургский пуховый платок», «Митрополит Леонтий». Один из дней был посвящен антифашистскому движению «Белая роза» и его инициатору Александру Шмарелю. 12 октября, 70 лет назад, был казнен последний участник студенческой антифашистской группы «Белая роза» Вилли Граф. 5 книг о судьбе и подвиге уроженца Оренбурга, лидера мюнхенского движения Александра Шмареля, представлены на выставке на русском и немецком языках. О героях-антифашистах публике рассказали писатели и священники. Александр Шмарель канонизирован 1,5 года назад. Со всех уголков собрались люди, издатели, историки, которые буквально ради одного этого часа приехали во Франкфурт, чтобы отдать дань памяти нашему земляку. Уже в последний год, вот сейчас в каком-то интервью задавали вопрос, ну что, вот 70-летие казни участников «Белой розы», вот вышло 5 книг. Наверное, это красивая такая точка завершения всей этой истории. На что, ну, практически сразу все участники сказали, что, скорее всего, это будет иметь какое-то продолжение. И вот сейчас по инициативе кадетского президентского корпуса предполагается назвать один из скверов города Оренбурга именем Шмареля.